Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Последователь Дирка Боутса. «Христос в терновом венце». Без даты. Дерево масла 44/30. Произведение «Христос в терновом венце» создано одним из учеников или последователем известного нидерландского мастера Дирка Боутса. На нем на золотом фоне изображена полуфигура Иисуса, облаченного в багряницу. Его руки сложены на уровне груди, на голове терновый венец. Страдания и боль отражены на лице Спасителя, а глаза полны невыразимой печали. Иконография образа очень близка типам «муж скорбей» и «все человек», но имеет ряд существенных отличий. Например, в первом варианте Христос всегда предстает перед зрителем со следами крестных мук, а во втором его руки связаны. Здесь же эти особенности иконографии отсутствуют, что по существу говорит о ее новом типе, получившем название «Спаситель мира». На раме сохранилась надпись на латыни: «Да не будет этого с вами, все происходящее путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь. Как моя болезнь, какая постигла меня». Так она относится ко второй половине этого взятого из Святого Писания текста. Можно предположить, что данное произведение являлось частью диптиха. Возможно, парой к нему было изображение скорбящей Девы Марии. Ну вот такое описание к работе «Христос в терновом венце», последователь Дирка Боутса, без даты, дерево масла, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.